И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, и мы продолжаем проходить такую замечательную, но иногда все-таки действительно очень нудную игру, как Шорох. А, ну, в общем, все-таки я подглядела в прохождении совсем чуть-чуть, и я просто забыла об одной такой замечательной вещи, как подготовка машины к побегу. В общем-то, видимо, поэтому у нас тенька не появляется, потому что мы еще не доделали дела, нам нужно занять еще нашего Майкла. Если мы пойдем заряжать, в общем. Ты забыла совершенно про этот велосипед? Да ладно, сейчас будем... Я, кстати, вернула старый микрофон, потому что это... Точнее, не старый, а... Который на ножке. То, что вот я послушала, то, что было в прошлой серии. Ух, ужас. Отвратительно. Как из туалета звук. Так. Что-то как-то вроде вот так это делается. Да, память не подводит. Хорошо. Все-таки вот как только вспомнила про аккумулятор, сразу что-то как-то так все хорошо пошло. Так, отличненько, теперь... Давайте поставим и уедем отсюда. Ну нафиг. А вот до этого, то есть ему вот это в голову не пришло, да? Когда ему нужно было за свечками, за едой. Ну что, поехали? Пока я готовилась оставить поместье, я внезапно почувствовал себя в ответе за то, что потревожил силы, которые до сих пор дремали в доме. Я должен был что-то сделать. Я хотел оставить место сразу же, но я не мог. Дом был одержим. Это была моя ответственность теперь. Какой клевый перевод. В общем, да, мы все-таки сейчас пойдем завершать начатое. Ну что, теперь-то тень появится, я надеюсь. Это невозможно же уже. Ура, блин! Так, давайте сохранимся. А, слава богу. Так, ну хорошо. Лопатка. Вот тут он закапывал ее. Я странно, я тут копала. Да и в общем-то сейчас я здесь копаю, но что-то он как-то не хочет откапывать. Что, надо выше брать, что ли? Ну ладно, попробуем. Может, как все-таки неудобно с настольным микрофоном голову даже особо никуда не повернуть. Так, ладно, давайте вот тут тогда. Не-а. Слушай, я даже тень не могу откопать этот долбанный труп. Я уже заколебалась, если честно. Ладно. Сижу уже, черт знает какой час за этим делом. Я уже есть хочу, я уже спать хочу. У меня уже уши уже болят от тихих звуков. Так, давайте вот тут. Чуть по... Нет, не работает. Ладно. Господи, да что не так-то? Может, чуть правее взять от крестика, потому что на фотографии вроде чуть правее было, не прямо надо. Ладно, попробуем. Вот тут вот где-нибудь. М-м. Чё не устраивает-то тебя, господи? Вроде копаю где надо. Они как-то так слишком уж много зон натыкали, на мой взгляд. Надо было как-то... Поаккуратнее, что ли, с этим. Откапывай. Господи, ну почему так у меня всегда с этим трупом стоит, а? Почему всегда так плохо? Я знаю, что когда мы должны будем уже откопать, там вам музыка заиграет, поэтому как бы... Пока что она не играет, что-то как-то не собирается. Давайте тут попробуем. О! Ура! Оу! Привет. Я была одинаково испуган и опечален, увидев мертвое тело Кэтрин Блэквуд. Все эти годы ее оставили гнить в этой импровизированной могиле. Да, жалко ее. Я попробовал вытащить зуб, но без успеха. Ну, у нас есть клещи, нормально. Прилагая все усилия, чтобы сдержать отвращение, я вытащил зуб из тела. Все. Я спокойно уехал, похоронив госпожу Блэквуд назад в ее холодные сны.
уехал. Смотри, что с переводом с местным? Все, супер, посмотрите, какая красота, закат. У нас есть все ингредиенты, теперь мы освободим этот дом от проклятия, маски. Сейчас пойдем все смешаем. Кстати, давайте сохранимся. Смешаем все ингредиенты, сварганим амулет и пойдем пошаманим над маской, и все будет хорошо. Откройся дверь. И все будет хорошо. Что-то опять вспомнилось, вспомнился, точнее, фильм «Чудовище из замка». Сейчас он, конечно, не таким крутым выглядит, но, блин, я пыталась как-то. Странно сказать, что я крыши не поехала все-таки в детстве его смотря. В общем, что хотел сказать-то, господи. Я его попыталась как-то, будучи уже взрослой, посмотреть, но, честно говоря, я не выдержала. Я выключила на каком-то моменте, мне было как-то неприятно, потому что фильм такой достаточно... Ой, не то дело. Это закройся. Неприятненький фильмец. Так, сейчас смешиваем. Траву кидаем. Все, зашибись. Теперь надо это все подогреть. У нас есть печечка маленькая, как вы помните, на чердаке. Поэтому мы идем туда. Так, благо у нас тут лестница под боком. Далеко идти не придется. Я уже боюсь слишком часто нажимать как-то переходы, потому что вдруг игра возмутится, что с ней так обращаются. А то она уже пробовала брыкаться. Слушайте, я честно, вроде вот люблю гарнитуры, то есть когда в этом... Но сейчас вот поменяла на этот, господи, настольный микрофон, и как-то спокойнее стало, потому что предыдущий, он какой-то совсем плохой. Конечно, не очень удобно ничего поделать. Так, все. Че за нафиг? Так, сейчас подожжем. Одна спичка как раз осталась. Все, зашибись. Масса превратилась во что-то странное. Непонятно почему, кстати, учитывая, что у нас там всего лишь был два порошочка и ягодки. Маска, по-моему, негодует. Сейчас вставляем. Я положил камень к ветке, и у меня немедленно возникло странное ощущение. Амулет, казалось, завибрировал. Я был готов. Ну все, пошли исцелять этот дом. От тьмы. What the fuck? Так, стоп, слушайте, вот это страшно сейчас было, потому что я вообще этого не ожидала. Это режиссерское здание, я в него не играла, я играла в оригинальный шорох, и сейчас мне действительно стало очень страшно. Блин. Может, не надо, господа? Блин. Страшно, серьезно, очень страшно, мне даже... Как-то слезы на глаза навернулись. Зачем я вспомнила про чудовище из замка? Боже, зачем? Гребаный шорох. Пошла к черту маска. Я помахала амулетом перед маской, и затем... Сначала ничего не произошло, но затем атмосфера, казалось, разрядилась, как будто... Она освободилась от чудовищного времени. А, конечно. Музычка. Фу. Так, знаете что? Я боюсь режиссерское здание. Мне было реально сейчас очень страшно. Я думаю, сейчас что-нибудь... Надо валить, надо валить. Я стоял там, парализованный ужасом.
поскольку услышал тот ужасный шум снова. Он просто не останавливался. Да насрать! Уезжай оттуда, боже, придурок! Подумаешь, шум. Маска-то уже все как бы из этой самой. Уезжай оттуда! Черт тебя несет-то, куда не надо. Идиот. Когда я спустился по камину, у меня возникло стойкое ощущение вторжения в запретную зону. Место, которое было и должно оставаться забытым навеки. О, Господи. Проход был полон барахла. Вот знаете, вот я вроде знаю, что сейчас будет, что вообще произойдет. Но, блин, вот этот вот смех жуткий меня просто выбил. У меня даже руки сейчас дрожат немного. Во-первых, я не ждал, я... Мне всегда этот момент пугает почему-то. Я сейчас даже, наверное, на экран не буду смотреть, потому что мне страшно. У меня слишком стойкие ассоциации с детством, да, вот это вот. Я покрылся испариной, трясся от страха, и все же я должен был продолжить как будто управляемой невиданной силой. Нахрен? На столе были остатки еды, кто-то или что-то ело здесь. Отвратительный медвежонок, покрытый грязью, лежал на земле. Казалось, укусы разрывали его шею. Внезапно слова Вильяма были... Виллана были насчет тела Катрин Блэквуд отозвались эхом в моей голове. «Разорванная», она сказала. Ну, типа горло. Дырочка. Я сейчас ничего не буду читать, господа. Читайте сами. Мне сыкотно. Здрасте. Ну ладно, слава богу, этот момент оставили таким же, каким он и был. Слушайте, ну вот этот дикий смех, когда вот мы вроде как вышли, я прям действительно испугалась, то, что они переделают концовку. Я думала, что вот этот чудовище непосредственно. And I've never put foot inside a Victorian house ever since. But there's certainly one thing that I'm grateful for. It was thanks to my encounter below that house that I was able to finish my book and become a prolific writer. В общем, я ожидала, что они переделают концовку, и что Робин, а это был именно Робин, если кто-то не понял, что произошло, ребенок родился вот таким вот, и, в общем-то, разорвал мать горло, и Джеймс хотел это скрыть от общественности, и вот таким вот образом он попытался это сделать. Ну, это намек на Last Visit. Интересная концовка. В общем, я ожидала то, что, не дай бог, они поменяют концовку, и Робин будет скакать именно по дому, потому что вот этот вот смех, неожиданно взявшийся из ниоткуда. Вы даже не представляете, как у меня охватил этот момент ужас. Мне было настолько страшно. Вот, не знаю, меня даже Слендер так не пугал. Меня вообще никакие инди-хорроры в последнее время так не пугали. Меня вообще так ничего не пугало в последнее время, как вот этот долбанный смех. Фу, блин. Потому что меня до сих пор немножко перетряхивает. Я не могу, я боюсь вот таких вот, казалось бы, не очень страшных вещей. Вроде ничего ниоткуда не выпрыгивает, но вот именно такие вещи меня обычно и пугают. Почему вот я как бы советую тем, кто очень любит ужастики, любит себе нервы щекотать, почему я рекомендую посмотреть «Чудовище из замка». В принципе, там довольно-таки похожая история, только пострашнее все-таки, пожалуй. Несмотря на старость графики и вообще
В общем, рекомендую любителям ужасов посмотреть. Там банальненько, но жутковато. В общем, никогда не буду пересматривать этот фильм. Никогда. Никогда. Ужас. В общем... ну этот смех ужасный, боже мой. У меня реально была паника. Я даже не ожидала. Я, во-первых, не ожидала, что такое что-то будет. И, во-вторых, я не ожидала, что я так перепугаюсь. Потому что мне действительно... Вот что меня пугает. То есть, к черту Слендера, ты подумаешь. А вот... Ой, короче, все. Я пойду чайка попью, супочка наверну, я не знаю. Мне прям действительно так страшно стало, что у меня глаза как-то помокрели немножко. Я прям так... Ой, ужас. Кошмар. Вообще, не знаю, нам бы еще Last Wizard сделать, но, честно говоря, что-то как-то мне не хочется уж ничего. Вообще. Тем более там опять придется бродить. Ну, я думаю, когда-нибудь мы сделаем, но как-нибудь потом, когда захочется вернуться в этот дом. Пока что мне не хочется в этот дом возвращаться. Да, вот именно по этим причинам. Кстати, может, Робин бы не напал бы, он наверняка там голодный. Кстати, в подвале сколько сидел, он увидел там... Хотя, может, он защищал тем самым свою территорию, не знаю. Но как животное уже стал... Ну, сложно сказать, напал бы он действительно на нашего главного героя, потому что как такого нападения нам не показали. Показали просто то, что он прям тянул руки, прям... Может, он там голодный, холодный весь... плохо. В общем, да, достаточно так заставляет задуматься. В общем, этот грёбаный смех. Блин. Ужасно. Я буду, наверное, пересматривать, когда мне захочется нервы себе пощекотать вот этот момент, потому что это было ужасно. А, в общем, ой, кошмар. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это прохождение, эта игра, режиссерская версия, если вы ее не видели. Ну и, в общем-то, с новым прохождением у нас, как я уже сказала, Last Visit когда-нибудь да будет. Но не сейчас, потом, как-нибудь, когда-нибудь. Что-то мне как-то не хочется с этим домом больше ничего общего иметь. Не хочу. Нет. В ближайшее время точно нет. В общем, если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, зовите друзей. А, ну и, в общем-то, как я уже сказала, снова у нас прохождением. Ура! А, ну и с вами была Севен. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Всем удачи и пока-пока.